Это главный всероссийский книжный конкурс. Он проводится в нескольких номинациях. И наша книга «Вечная мерзлота» победила в номинации «Художественная книга». Ну, потому что это очень хороший роман. Его автор, московский писатель Виктор Ремезов, долго над ним работал и написал по-настоящему большую книгу во всех смыслах. Это и 800-страничный том, но это и цельная, ярко написанная книга о драматическом периоде истории советской. То есть это там и ГУЛАГ, и Сибирь, и природа Енисея. Ну, это книга о России, какой давно не было, я считаю. Вот как бы в старой русской и, может быть, в чем-то советской традиции, но это большой роман. Книга вышла в конце прошлого года, и за это время он был прочитан, оказывается, не только в Москве, но и у нас здесь, потому что книга широко продается в Москве, но и в нашем книжном магазине «Невельской» тоже. И уже здесь на ярмарке ко мне подходили несколько читателей и говорили, показывая на эту книгу, что они с удовольствием ее прочли, и вся семья ее с удовольствием прочла. Это удивительно и приятно, не потому что наша книга, не только потому что наша книга победила во всероссийском конкурсе, но еще и потому, что люди читают толстые, по-настоящему толстые книги, понимаете? Русская литература жива, современная русская литература так же интересна, как это было всегда. И книги, хорошие книги издаются не только в Москве, но и на Дальнем Востоке.